Всем привет, с вами Демон Сталкер, и я хотел сделать обзор на мою новую веб-камеру. Сегодня сходил в Юлмарт, перед этим заказал, сходил и купил. Камера называется HP Webcam HD4310. Вот она в коробочке, еще не распаковывал. Здесь множество языков написано, и у меня вот здесь удивила двухлетняя ограниченная гарантия. Интересно будет почитать. Я много смотрел обзоры на эту камеру. Ну и посмотрим, что там. Я заранее скрыл. Ну, еще не распаковал. Как-то неудобно все сделано. Коробка провалилась. Как она скрывается? Ногтей нет, неудобно. Уж провалась уже сюда. Не сдашь ее. Что не поделаешь. Очень плохо. Ну ладно. Не умею делать нормально. Так. Коробочку в сторону. Так. У нас в коробке CD-диск с драйверами. Так, это у нас, скорее всего, инструкция. Ну да, инструкция. Я смотрел обзор, должно быть гарантия. Ну ладно, потом разберемся, что здесь внутри. Вот сама веб-камера. Ничего себе за упаковку. Вот она сама веб-камера. Здесь есть три кнопочки. Буду потом разбираться, что да как. И вот и провод подключения к компьютеру. Так, продолжаю я обзор. Установил программное обеспечение своей веб-камеры, потестировал ее немножко. Звук, в принципе, хороший, но очень громкий и слышно посторонние звуки. Вот залезаю в настройку веб-камеры. Очень есть, не знаю, я еще не протестирую на предмет FPS, к
Качество, конечно, стоит 1920 на 1080. Есть много эффектов. Ну, все показывать не буду. Вот, в принципе, следит. Так. О, меня как Короче, меня... Как-то меня аж пилит. Это у нас фильтр. Так, есть кадры. Очень много, все показывать не буду. Вот темы различные. А, почему у меня вот это вверх, потому что веб-камера у меня стоит на ножке телевизора. У меня не получилось ее закрепить наверху телевизора, так что поэтому так. Я влюблён в YouTube. Ну, очень много есть, конечно, да. А далеко камеру уже не берет. А нет. Здесь нормально. Так, ага. Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, и изображение пользователя. Ну, это тоже. И у нас здесь есть маски. Какая я красавица. Ты че? Я посидел от страха. Я вас сейчас всех заколдую, что вы смотрели мое видео и ставили лайки. Чё, не видел усатого ребенка никогда? Здесь... Ну и здесь тоже женский образ. Так, интересно. А, забавные рамки. Это для, скорее всего, для фотографий. А, и распечатать их сразу же на принтере. Ну, вот такие дела. Мало функций, конечно, но... Все-таки моя это лучше камера, чем предыдущая была у меня. А предыдущая камера в три раза дешевле была, и там 1920 на 1080 не оказалось, и FPS очень слабенький, хуже, чем здесь. Ну, здесь я еще потестирую другой программкой, завтра посмотрим. Не хотел задавать, вроде так автофокус есть. Ну, это, конечно, не самая крутая, там, которая стоит около 10 тысяч больше. Зачем нам такие навороты?
Ту веб-камеру я сдал, и мне вернули деньги. Вот поэтому я и говорю, что не хотелось бы здесь эту сдавать. Надеюсь, этого не будет. Потому что у меня никакой веб-камеры не было. Давно мечтал. И вот у меня появился. Так всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не забываем ставить пальцы вверх. И пишите комментарии, как вам качество вебкам. Может не хватать света. Я знаю, то свет, скорее всего, надо сзади ставить, но... Ну, у меня такое освещение. Ладно, всем пока. И до новых встреч. Удачи вам.